Послематчевая студия, путей с Юпитер, паровоз Сергея Воронкова одержал победу со счетом 4-1. Прервалась эта сумасшедшая серия без набранных очков в играх путей с Юпитер. Иван Марковец, Вань, что с командой происходит в последнее время? Не пора ли увольнять тренера? Для начала хотелось бы поблагодарить Серегу за хорошую игру, в принципе. Понятно, что командам ничего не надо, и мне его хотелось бы отдельно поздравить, как бы его команду с победой уже, правда, долго было, но я, в принципе, в каждом интервью говорил, что рано или поздно любая серия заканчивается. Сказать сложно, я не буду говорить, наверное, но я пока тебе честно скажу, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что не знаю, что сказать. В принципе, наверное, не то, что тренер. Тут не в тренере, есть очень много вопросов к игрокам, которые заменили тех, кого у нас не было. И я не скажу, что у нас сегодня есть, ну, там, в отличие от предыдущих игр, не было моментов забить. Если ты, наверное, смотрел, их там было не на 5 голов точно. Ну, ребят, кстати, тоже такой футбольчик. Просто сегодня не забили свои, но будем разбираться, если мы будем в следующем сезоне играть в Элипрома. Будем разбираться. Что говорил Сергей Воронков перед этим поединком? Как пытался настроить команду? По сути, ничего, никаких турнирных задач уже не было. Ну, начну с того, что тоже скажу спасибо большое Ване и его ребятам за игру сегодняшнюю. Было приятно поиграть в хорошую погоду. Вот. А так, касаемо вопроса, значит, ну, Серега понимает, уже не первый год крутится в этой кухне, да, и знает прекрасно, что перед такими играми какие-то вот статистические данные, они не всегда важны. Они, каждая игра — это новая жизнь, грубо говоря, да, и здесь вспоминать прошлое не надо, и что он, собственно, и не делал. Поэтому ребята вышли как с чистого листа, новая игра, и играли. Многое получилось сегодня. Молодцы. Ну, с Бровки, глядя на этот поединок, все 60 минут, могло сложиться такое ощущение, что, в принципе, очень похоже на договорняк было. Ну, не знаю, как со стороны, да, но я понимаю, почему, наверное, возник такой вопрос. Скорости, возможно, ожидали, ну, более какими-то высокими, да, вот, но не знаю, я ничего про договорняк не знаю, может, Ваня в курсе. Иван? Нет, да вы бросьте, конечно, какой договорняк, на самом деле я стоял на Бровке, ну, не то чтобы было похоже, просто правда, но стоячий футбол абсолютно, как бы, с обилием голевых моментов, и такое ощущение, что, особенно, говорю, первый тайм мы хотели прям не забить, а именно мы вдруг почувствовали себя мега крутыми профиками, как Золотой и так далее, все, кто сверху, и закатить решили прям пересечь ленточку, вместо того, чтобы просто долбить парами. Нет, конечно, ничего не было. Ну и последний вопрос. Вот сегодня последний тур, последние игры Суперлиги этого сезона. Самый лучший и самый худший матч Юпитера? Наверное, скажу, самый худший — это был сейчас. И не потому, что мы проиграли. Ничего я больше всего ненавижу, когда ребята не бьются. И сегодня я прям, ну, в первом тайме что-то было похожее. Во втором, наверное, да, мы получили эти голы необязательные. Лучший матч? Да не, мне кажется, их было парочку. Ну, самый запоминающийся, по крайней мере. Самый запоминающийся? Ты знаешь, наверное, слушай, по эмоциям, мы сейчас находимся там, где мы должны находить седьмое место, мы ни выше, ни ниже не упадем. Все, кто сверху были закономерно сильнее просто нас, мы абсолютно всем им проиграли, кроме Волну зацепили 2-2, чудо, да, там. Наверное, мне кажется, это игра первого круга с Фортуной, когда мы горели. Это один матч, и второй, когда мы их там зацепили. И второй, наверное, Арктик Телеком, когда мы за 2 минуты, за 3 просто перевернули игру. А закончить бы интервью хотелось бы мне процитировать человека одного: братскому народу с Украины большой привет. Много родственников оттуда. Шумаем, то маем на данный момент. Всем огромное спасибо, всем командам, кто играл в этом сезоне. Огромный респект. Было очень здорово, очень круто. Накал бешеный. Я надеюсь, мы восстанем, а может быть и нет, не знаю. Но было круто, ребята. Всем командам огромное спасибо за сезон. Ну и такой же последний вопрос. Какой-то, может, выделишь самый лучший и самый худший матч путейцев в этом году?
Ну вот сейчас в голову самый лучший приходит, это вот концовка матча с Мэдом во втором круге. Возможно, были матчи и лучшие, сейчас просто, ну вот так первое, что в голову пришло. Ну и худший тоже очень, и далеко ходить не надо, это не матч был, это тайм один был. Это второй тайм прошлого матча с Гарантом. Это позор, который нам запомнится, я боюсь, что надолго. Ну и также всех поздравляю с окончанием сезона. Это был очень, очень интересный сезон. Стало еще больше боеспособных команд, еще сложнее бороться за верхушку. Вот, надеюсь, дальше будет еще интереснее. Спасибо огромное. Стоп. Забыл передать огромный привет Демиду. Наконец-то в кои-то веке себя показался выше Юпитера. Это здорово. Демид, тебе огромный респект. Продолжать в том же духе. Теперь все, сезон закрыт. Спасибо.